Сережа, тебе не нужно будет носить тяжести, ведь это не пеший поход. Можно не ограничивать количество продуктов, потому что лодка понесет все сама. А ты идешь себе на байдарке и любуешься красотами природы. Ты услышишь еще много сладких, одурманивающих слов. Не поддавайся. Не верь этому заманчивому бреду. Не верь ни одному слову. Если согласишься, все, ты пропал.